Всем огромный-огромный привет! Сегодня у меня такая небольшая повседневная, скажем так, закупка. Сейчас покажу вам сначала, что купила из продуктов, потом покажу свой, скажем так, набег, налет на Магнит Косметик, но покажу вам, сразу скажу так, мельком. Так, давайте начнем с еды. Взяла вот такую вот небольшую подложечку филе, чтобы сразу прям приготовить. Здесь 542 грамма, 270 рублей за килограмм было филе. Снова творог славянские традиции 5%, 355 грамм, 129 рублей за упаковку. Искренне ваш, сметана 15%, 300 грамм, 65 рублей за упаковочку. В Магните увидела вот такую вот упаковку 700 грамм авокадо Хас. И она была на скидке, всего лишь 200 рублей за 700 грамм. Это очень даже отличная цена. Я, естественно, взяла, потому что я люблю авокадо. Мы и роллы с авокадо делаем. Дети у меня тоже едят роллы с авокадо. И у меня Лиза еще тоже любит просто так авокадо есть. Масло. Масло подсолнечное Альтера. Подсолнечное с добавлением оливкового. 110 рублей за бутылку. Взяла вот такие вот взбитые сливки Альпенгурт. В кофе часто добавляем. Взяла 280 рублей за баллончик. Забежала в фикс прайс, купила жидкое мыло. Здесь литр 400. Взяла вот такой вот с алоэ и зеленым чаем. 112 рублей за упаковочку. Мандарины. Сегодня мандарины были по 74 рубля за килограмм. Тоже взяла сеточку. Потом нарезка. Колбаска вот такая вот Welcome, брауншвейгская, миланская и велкомовская. Мы уже такое покупали, вкусно. Вот взяла две таких вот упаковки, знаете, ну, к новогоднему столу. Они были по 100 рублей за подложку. Бананы по 69 рублей за килограмм. И вот такие вот яблочки. Это сезонные яблоки, они были по 65 рублей за килограмм. Очень-очень вкусные, беру их часто, постоянно в Магните. Так, и вот из Магнит Косметик покажу вам, закупила щеточки, потому что надо уже поменять вот такие вот классные щетки. Зубная щетка для взрослых, эко, с ручкой из пшеницы и щетиной с бамбуковым углем. Их было вот 4 цвета, я 4 цвета и взяла, они были на скидке по 69 рублей. Вот набрала, и здесь вам покажу вот так вот быстренько, у меня целый пакет ухода. Здесь есть и тканевые масочки. И всякие вот такие вот наборы и маски для волос. Сейчас просто, знаете, совсем нет времени, хочется как-то их показать более детально, да, более подробно, ну, поделиться с вами девочками. И, в общем-то, не знаю, когда я их распакую. Если хотите, чтобы я распаковала их на видео, все эти наборчики, то напишите мне в комментариях. Просто, как вы сами понимаете, до Нового года остались тут считанные дни, и, в общем, дел много. И, ну, просто, знаете, вот именно с косметикой хочется сесть и вот все так порассматривать, пооткрывать. И, в общем-то, здесь вот сразу скажу, такие у меня очень классные наборы. Здесь и корейская косметика, и Organic Kitchen, в общем, все, что я люблю. И были очень выгодные наборчики в Магнит Косметик. Но, знаете, наверное, их было, может быть, и больше. Я просто вот сейчас... Как-то мне вздумалось что-то для себя присмотреть, и там уже, так, знаете, ассортимент был не очень, что-то я уже в последнем экземпляре забрала, но все-таки вот посмотрите, я, о боже, купила целый пакетик, сразу скажу, здесь в пакете покупка на 4000 рублей. Даже нет, даже больше. Почти 5000 рублей здесь вот в... этом пакетике, но некоторые продукты я брала со скидкой, с хорошей, а вот эти вот все праздничные наборы, которые есть в Магнит Косметик, на них и так желтые ценники, и вот особенно вот такие, у меня их несколько наборов от 7 Days, это косметика из Кореи, они прям были очень-очень выгодные, вот, но с этим позже. Ну, а сейчас я буду с вами прощаться. Пожелаю вам всего самого-самого наилучшего, доброго, теплого. Желаю, чтобы эти предпраздничные и праздничные дни прошли у вас
как можно лучше, чтобы все у вас было хорошо, чтобы в ваших семьях царил мир, покой, чтобы все были здоровы. Ну, а на этом прощаюсь с вами. До новых скорых встреч. Пока-пока.